Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Светлана Филатова, рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня вас ждет очередной сюрприз. Дело в том, что я все думала, как вас поздравить с Новым годом. И вот меня осенило, а почему бы не сделать разбор именно вас, мои дорогие подписчики, и на тему, которая, я думаю, волнует многих из вас, особенно сейчас в наших реалиях, вопрос в отношении денег. Вообще, почему они, может быть, не приходят в нужном объеме? Куда они деваются? Вот эти вот все моменты, которые, ну, они важны каждому человеку, я уверена. И для того, чтобы попасть в этот разбор, вам достаточно прислать мне на почту свои данные. Вот эти данные вы видите перед собой. Почту, прошу обратить внимание, Светлана тире-тире, вот два тире подряд, 2009 собака mail.ru. Вот такой вот, ну, довольно странный e-mail, но что поделать, какой есть, такой есть. Ну вот единственное, что на чем все сыпятся, так это два тире подряд. И вообще, в принципе, это мой личный e-mail, если у вас есть какие-то вопросы вдруг. Кстати, вот сейчас, кстати, о птичках. Сейчас многие покупают курсы, да, и деньги платят, но им ничего не приходит. Поэтому, если есть такие вопросы, пожалуйста, присылайте мне на почту. Дело в том, что там разрушилась связь. Ну, вот мне деньги приходят, допустим, на Юмани, да, на кошелек, но я не знаю, от кого они. Поэтому я не могу даже понять, вот, где открыть доступ. Поэтому, если вы послали деньги, но ничего не открылось, присылайте мне вот на эту почту запрос, я все решаю. Ни в коем случае не думайте, что здесь какие-то аферисты или непонятно кто. Просто вот сейчас вот такая вот схема, она, ну вот, все разрушилось в связи с тем, что нас отключили от систем оплаты, и, ну вот, усложнилось очень сильно. Эта система раньше все работала как часики, а сейчас, к сожалению, вот так вот. Поэтому это тем, кто вдруг вот такое недоразумение произошло, объявляю вам, можно сказать, во всеуслышание. У меня вот эта площадка, да, на которой я могу это сказать. Да, ну, возвращаясь все-таки к нашему разбору, вот на эту почту вы мне присылаете данные: фамилия, имя, отчество. Для наших дорогих девушек, которые выходили замуж, может быть, несколько раз, может быть, просто меняли фамилию, вот все варианты фамилий указать. Это для того, чтобы посмотреть в динамике, какое у вас отношение было с деньгами, с разными фамилиями. Дальше дата рождения, дальше место и время рождения. Если у вас есть, то хорошо, если нет, то просто напишите, что не знаете. И на листе А4 надо написать текст, который я сейчас выведу следующим слайдом. Вы его прям остановите видео и перепишите. Значит, текст надо написать на листе А4. Вот прям взять лист, чистый лист А4, на нем написать текст, который сейчас будет следующим слайдом. Дальше делаем скан, это в идеале. Если нет возможности сканировать, делаем фотографию, но чтобы все поля в фотографии вошли, то есть четко, чтобы было, и чтобы все поля я видела, сколько там полей и все такое, это очень важно. Поэтому и не бойтесь указывать подпись в конце, потому что мне по этому заявлению кредит точно не дадут. Ну, я шутить уж не буду. Да, поэтому смело подписывайте, потому что по подписи мы тоже будем анализировать, забегая немножко вперед. Вот этот текст. Сейчас вы можете прям остановить видео для того, чтобы, ну вот, останавливаете, пишите текст на листе А4, а потом опять включите и дослушаете дальше. Ну, я думаю, что вот здесь вы остановились, теперь идем дальше. Значит, вот это мне все присылаете, и когда я наберу нужное количество примеров ваших,
мы сделаем разбор. И еще, если вы не хотите, чтобы вас, ну вот прям показали на канале, да, вот, ну хотите тоже анализировать себя, то вы тоже можете просто взять это, сделать для себя, ну вот написать текст и ждать нашего эфира. Я в эфире покажу вам некоторые фишечки, которые будут рассказывать о ваших отношениях с деньгами. И возможно, что вы с помощью моего эфира сможете сами разобраться в себе. Кроме того, буду я использовать разные инструменты для этого. Ну, это будет нумерология, формула души, возможно, я натальную карту подключу тоже. Ну, в общем, графология будет, да, и с помощью этих инструментов кому-то из вас повезет, и мы разберем вас на тему денег. А кому не повезет, те смогут сами разобраться в себе благодаря тому, что это будет сделано доступно, понятно и, ну, самое главное, информативно. Да, поэтому присоединяйтесь к нашему разбору, присылайте мне свои данные. Как только я наберу нужное количество данных, я сделаю такой вот интересный эфир. Не знаю, сделаю я это в прямом эфире или в записи, но в любом случае я думаю, что вам это понравится. Да, значит, если кто-то случайно попал на это видео, не забывайте поставить лайк. Ну, кстати, всем, кто смотрит, я это рекомендую. Тем, кто зашел и сомневаетесь, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Это очень познавательно будет для вас. Да, что-то я сегодня уже заговариваюсь. Да, хочу вам пожелать хороших праздников. Еще раз вас поздравляю с Новым годом. Я вначале не поздравила, прошу прощения. Да, с наступившим Новым годом. Желаю, чтобы в этой жизни у вас все сложилось так, как вы хотите. И самое главное, чтобы вы были живы, здоровы, и ваши близкие были рядом. Вот это самое главное. А деньги приложатся, и в этом я вам помогу. Да, в общем, до новых встреч. Пока-пока.